Вот уже 12 лет в нашей стране отмечается День работника культуры. В честь праздника в стенах Красковского культурного центра состоялся концерт. Поздравили всех присутствующих коллеги, сотрудники администрации и люберецкие депутаты. На торжестве побывала и наша съемочная группа. Больше полувека в искусстве, много или мало. Люберецкий скульптор Александр Рожников начинал свой творческий путь с детского хора. Как отмечает мастер, быть работником культуры – это огромная честь и гордость. Вообще, само слово «культура» оно состоит из двух слов. Культ и ра. Культ – это служение, ра – это солнце, свет. Это служение свету. И наша задача – создавать позитивную эмоцию. Можно создать скульптуру, можно написать картину, но создать позитивную эмоцию, которая передастся другим людям и зажгет их ярким солнечным светом, это огромное искусство. Сегодня несут свет в массы более 600 работников культуры Люберецкого округа. В школах искусств обучается более 4000 детей. Приобщают к прекрасному их опытные педагоги, которые посвятили этому всю жизнь. Я, наверное, пожелала бы нашим работникам культуры творческого долголетия, крепкого здоровья, хорошего благосостояния и достойной зарплаты, успехов в семье, потому что работники культуры, вы знаете, очень заняты на работе. Это те люди, которые практически не знают праздников, не знают выходных. День работника культуры – это профессиональный праздник сотрудников разных учреждений – музеев, театров, библиотек, танцевальных и музыкальных коллективов, дворцов культуры. А объединяет этих людей одно – любовь к своей работе. Вы сегодня занимаетесь и с детьми, и с людьми старшего возраста. Вы несете культуру людям. Поэтому разрешите мне от имени Владимира Петровича Ружицкого, главы нашего городского округа, от всей нашей администрации поздравить вас с замечательным праздником, пожелать вам личного здоровья, тепла, благополучия, и чтобы ваши мечты в вашей жизни всегда сбывались. В честь праздника работникам культуры округа вручили цветы и благодарственные письма, а также награды и знаки отличия. Мария Кузьмичева, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.